И в продолжение темы школьников. Ученики 7-й школы в рамках краевой акции «Чистые берега» организовали экологический десант и привели в порядок самое главное достояние курорта – пляжи. Школьники очистили от мусора территорию высокого берега. Уборка от мусора, водоохранных зон, прибрежных полос и воспитание у молодежи бережного отношения к природным богатствам – таковы цели краевой акции «Чистые берега». Юные анапчане работали небольшими группами. Пакеты для мусора быстро наполнялись. Всего за 2 часа их было собрано несколько десятков. Среди пластиковой посуды и бутылок попадались использованные шприцы. Ребята своими глазами видят отработанные материалы. Естественно, это очень сильно нас волнует, потому что, как мы предполагаем, именно молодежь собирается здесь в вечернее время и занимается тем, чем не должен заниматься. Спорт ведь альтернатива здорового образа жизни. Школьники считают, что когда все неравнодушные своими действиями начнут подавать пример окружающим, возникнет иная культура отдыха. Оставлять за собой мусор будет неприлично, и каждый будет стремиться внести свой посильный вклад в дело защиты окружающей среды.